колодец себе хоть сдать. Андуин и солнечный расхититель Ферикс. Действительно, зачем палки? Зевс, солнце мой. Можно просто full face и норм. Надо хендлоком будет попробовать еще, посмотреть, как пойдет. Вот это карта победы. Вообще, если собрать комбо, убить за 2, удвоить хп, атаку по хп и палка 10-10. Отлично. Давай, еще есть шанс, колодец. Я неуязвим. Хватай посох. Давай хотя бы удвоение хп. Прямо сейчас. Ну, почти удвоение хп. Проклятые готовы сражаться. Хочешь поиграть с огнем? Так, есть цыганка. С мелким. Но до этого еще дожить надо, до всего, как-то. Моя судьба предрешена. Даун там еще можно обмазаться, в принципе. Сейчас 5-5 мне ничего не сдаст. Может, он ее набафает, набафает сейчас. Защищаю храм. Бомба на следующий ход, да? Тебя по хп разменяться. Моя судьба предрешена. В таблет. Можно еще его сделать 10-10. Что за 6 страшное лезет. Вера, мой щит. О. Пойдет, пойдет. Блин, там 2 хода до комбо-бомба. Можно корову потырить бы. Или можно сейчас убить корову просто. Блин. Ладно, разберемся с палкой. Корову, может, украдем тогда. Если повезет. Хочешь поиграть с огнем? Повелитель огня зовет. А можно фулборду зачистить? Пропадет, конечно, мой колодец. Пропадет мой колодец убийца. Пам-пам-пам-пам.
Поднять щиты. Теперь надо кого-то крутого украсть. Не совсем крутое. Совсем тырить не хочется. А, кстати, можно палку себе вернуть. Ладно, 3-8 осталось. Я, кстати, думал, она... Становится жарко. Тут же написано... Получает +3/+3, если находится под контролем Ферикса. Вот оно чё. Так, ну и здорово тогда, что... Тогда живем. Давайте посмотрим, что у него там в руке. Дроид пламени. Парам-парам-парам. Карту хапнуть. Вилен пойдет. Так, пока норм. Пока все норм. Пора. Странно, кстати, что стоит только кого-нибудь забанить, как сразу весь чатик выпадает. С одной стороны, хочется в четверку катнуть, с другой стороны, как-то не хочется перегореть. Так. Ну давай, показывай, что у тебя там осталось. Фаербол. Так, а мы тут хилимся, живем. У него же там флеймстрайк есть. Он поднимет флеймстрайк и всю борду мне заломает. Как-то стрёмно 5-2 ставить на самом-то деле. Пусть так что ли будет. Тебя отдадим. Все равно от флеймстрайка умираешь. Вот так вот. Я защищаю храм. Ага, защищай свой храм. 5-5. It's fireball time. Блин, не хватит похилить и... Ладно, оставим пока 5-10. Я рискну, поставлю все-таки. Ну, конечно, он сразу же поднял флеймстрайк. Конечно же, сразу же флеймстрайк. Так, ну ты уже, тебя уже не спасти в случае чего. Если вдруг еще один флеймстрайк будет. Повинуйся.
Да ладно, все на борт. Фаербол. Фаербол 2-5. Ну бас. Ну что? У кого теперь палка? Сколько видишь пальцев?